Ну все, все, хватит с меня парадов и нелепых разговоров. Я должен посмотреть детективные истории. От этого твой мозг может протухнуть, киборг. Давайте посвятим свободное время деятельности, которая может обогатить нашу жизнь. Бистбой, разве ты не хотел научиться играть музыку? Как-то времени не было. А теперь есть! Эй, Рэйвен, разве ты не мечтала заняться бодибилдингом? Нет. Теперь можешь! Стар, ты ведь всегда хотела помогать нуждающимся людям, но боялась пропустить любимый сериал. В нашем мире так много бедных людей, но сериалов на свете еще больше! Теперь мы можем исполнить свои мечты, потому что без телека нам нечем заняться! Титаны вперед! Титаны вперед! В главных ролях Киборг, Бистбой, Робин, Рэйвен, а также Кориандр в роли Старфайр. Кто хочет закуски? Надо дать рецепт друзьям из столовой для бездомных. В них много протеина. В точку, мамуля. Победа, титаны! Победа! Нам удалось! Прошло так много секунд! Но откуда же эта пустота внутри? Может, дело в том, что игра на синтезаторе не научила тебя дружбе? А помощь неимущим не сделала тебя лучше? А бодибилдинг — неприкольное занятие? Точнее не скажешь. Только телек может дать нам это! Жизнь без телека бессмысленна! Юные титаны должны быть героями, а настоящий герой — это телевизор! А ну-ка хором, вруби его! Вруби его! Эй, чем здесь пахнет? О, это неприятно. Фу, да. Я не понимаю. О, нет, нет, нет! Дело плохо. А, ваши мозги, они гниют! Но мы не смотрели телевизор.